В Иванове вынесен приговор полицейскому, который покровительствовал игорному бизнесу. 30-летний инспектор отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Иваново признан виновным в получении взятки. Следствием установлено, что в апреле этого года полицейский получил от некого гражданина 16 тысяч рублей за незаконные действия и незаконное бездействие в интересах последнего. В обмен на взятку инспектор проинформировал гражданина о готовящихся служебных проверках в заведениях азартных игр. Теперь говорливому экс-полицейскому предстоит заплатить 640 тысяч рублей штрафа и провести 3 года в исправительной колонии общего режима.